Мужики, всем привет! В общем, собрал я себе сцепление полноценное. Вот таким образом. Вот такой бутербродик получился. Довольно-таки увесистый. Весит он 16,5 килограмм на задней восьмерочной ступице. Впрочем, кто не видел, как компоновал я сцепление, есть видосы, два варианта. Вот здесь будет подсказочка вверху. Переходите, смотрите. Никаких проблем вообще с этим не испытывал. Легко собирается. Здесь у меня опорный подшипник стоит на куске коленвала. Так что переходите, смотрите. Все это показано, рассказано. Поэтому на этом останавливаться сильно не будем. В общем, теперь надо его поставить сюда. Ну, конечно, пришлось голову поломать, как это лучше сделать. И выход есть. Самый простой, самый удобный, на мой взгляд, выход. Вообще элементарно просто. Сейчас покажу. Сварил крепление. Вот так вот это все дело выглядит. Это 10-й или 100-й, да, кому как нравится, уголок. Крепиться будет на 3 болта к раме. Вот такая вот конструкция. Это тоже уголок. Часть отрезана вот так по диагонали и уварена вниз с другой стороны. То есть вот такая вот получилась штукенция. Все, уже настроено, осталось только прикрутить ступицу и поставить на раму. И ставится очень-очень легко, при этом абсолютно его не нужно держать руками, вот таким образом. Все, теперь остается только его подвинуть и одеть на шлицы. Задвигаем так, как нам надо. И крепим на 3 болта, мужики. Абсолютно ничего не закусывает. Сейчас мы еще выжмем вилку, когда закрепим. И все остальное. Если нужно поменять ремни, будет когда-то. 3 болта откручиваем, отодвигаем, накидываем новые ремни. И все. При этом руками абсолютно ничего держать не надо. Нужно поменять выжимной. Элементарно просто тут все проходит, пролазит. Если когда-то вдруг что-то пойдет не так. Либо там поменять сам диск. Вот такая вот конструкция, мужики. Ничего тут сложного нет абсолютно. Вот, как-то так. Так, ну давайте выжмем вилку. Воткну лом в землю. Отлично. Отлично. Вилка новая, выжимной новый, зазор регулироваться будет такой, как нужно, сделаем. Я имею в виду, все это учтено, все отлично. Сейчас мороз, все замерзло, масло все позамерзало, туго крутится. Вот как-то так. А сюда. Я расположу аккумулятор прямо вот на вот этот швеллерок. Поставим сюда аккумулятор, будет вообще шикарно. Защищен будет со всех сторон. Вот, как-то так. Так что может кому-то пригодится. Конструкция по установке вот такого тяжелого сцепления. Варил я все это дело на месте.
одел, выставил зазор, чтобы достаточно было вот всего. Поддонкрачивал диск, чтобы он на валу, на первичном, приподнялся до упора, до низа, вымерял, высчитал, взял золотую середину и все это дело уже изготавливал непосредственно здесь. Потом только снял, обварил и вот с вами сейчас это дело поставил. Ладно, занимаюсь установкой теперь двигателя. Наверное, следующий видос будет распаковочка. Посмотрим, что за движок нам привезли. Ну и, соответственно, уже, наверное, будет стоять на месте, на своем законном, так сказать, сердце этого тракторишки. Ну, а кому понравилось, мужики, не забываем оценивать. В общем, никаких проблем абсолютно поставить вот этот бутерброд тяжелый, так, чтобы было удобно, комфортно, я не испытывал. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.